можно научиться у человека. Какие-нибудь движения подсмотрю у него, хитрые его. Он у нас любитель взять и вот вертеться в поддержку. Мне он предлагает это сделать. Он тебе все время предлагает. Не, ну посмотри, отмотайте. 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 Кстати, прикольно смотрит. Красиво, да. Очень осторожно. Красиво, да. На сцене группа «Моральный кодекс». На льду Настя Гребенкина, Александр Белов и Руслан Гончаров. Она есть в Петербурге, она водится в Ницце, она любит столицы, это редкая птица. Ее дух так прозрачен, ее мир так богат, а в глазах изумруды, серебро и ага. Ключи в голове, все пароли. Она открывает любые двери. Я тоже однажды такой поверил. Актриса по жизни, актриса по жизни. Эти райские перья околдует любого, чтобы все изменилось, ей достаточно слова. Ее дух так прозрачен, ее мир так богат, а в глазах изумруды, серебро и агат. Она играет, играет чужие роли, в рукавах все ключи, в голове все пароли. Она открывает любые двери. Я тоже однажды такой поверил. Анастасия Гребенкина на сцене «Моральный кодекс».
Сережа, скажи, тебе не захотелось встать на коньки после увиденного? Очень захотелось. Присоединиться четвертым. Очень захотелось. А ты умеешь кататься? Да, но я на таких, на очень длинных, знаешь, которые не загнутые, на беговых коньках. Это какие? Ну, это скоростной бег на коньках называется. Я занимался в детстве этим видом спорта.